Всемирная паутина таит в себе массу угроз, особенно для юных пользователей. В понедельник в Иванове прошел урок компьютерной безопасности для школьников. Учащиеся 23-й гимназии поприсутствовали на нем лично. Еще в 28 школах региона занятия транслировали удаленно посредством интернета. Эрбот помог посмотреть и послушать лекцию о безопасности в сети 30 детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому. Как вести себя в той или иной ситуации, куда обратиться за помощью, ребятам рассказал специалист по информационным технологиям. Существует несколько видов интернет-угроз для школьников. Это вирусы и вредоносные программы, доступ к личной информации, вторжение в частную жизнь, неприличный контент и спам. Обо всем этом учащимся нужно знать. Сегодня дети активные пользователи различных устройств технических, различных программ, программного обеспечения. Очень много в учебном плане детям приходится заниматься с ресурсами интернет. Дети активные пользователи интернета. В школах созданы тоже все условия для того, чтобы дети активно могли пользоваться этими ресурсами. И, конечно, нам очень важно детям дать те основы безопасности работы в интернете, начиная с безопасных устройств, безопасных программ, безопасного поведения в сети интернет, чтобы это не причинило никакого им личного вреда.